Нарисуем морской пейзаж. Утро на море. Мы будем рисовать гуашью. И совсем просто. Краски у нас минимум. Желтая, синяя, красная, белая. И может кармин еще немножко. И вот так мы берем кисточку широкую, делаем подмалевок, растушевываем, рисуем. Небо, водичка. Небо у нас поменьше, чем воды. Горизонт, то есть завышен. И рисуем красивое утро. Используя желтый, красный, смешиваем желтым, получается оранжевый. И вот так мы кисточкой растягиваем наш цвет. Переходим сразу и на воду. Но вода у нас должна быть темнее. Поэтому мы добавим немножко потемнее цвета. Побольше красного. Ну вот у меня желтый смешала я с синим. Получился зеленоватый оттенок. И рисуем воду. То есть затеняем, утемняем ее зеленоватым цветом. Оставляя белые полосочки, которые сейчас мы закрашиваем уже синим. Или можно вместо синего использовать ультрамарин. Смешиваем его с белым. Получаются красивые светлые оттенки. Но ближе к нам вода уже более такая ультрамариновая. Ну и переходим к небу. Небо немножко посветлее будет. Поэтому мы разбеляем синий или голубой или ультрамарин с белым и прокрываем небо. Вот такие делаем растяжки. Очень хорошо делаются растяжки именно вот щетиной плоской. Она втирает краску, размазывает очень хорошо. Ну вот, подмалевок почти готов. Немножко кармина добавим в синий. Получается фиолетовый. Это ближайший к нам волна, бережок потом будет. Ну и добавим такого же фиолетового оттенка немножко в небо. И вот так мы втираем. У нас плавные переходы получились. Вот такой у нас подмалевочек. Он у нас подсох. И теперь мы берем кисточку потоньше. И рисуем горы. Смешиваем красный с синим. Получается вот такой цвет интересный. Немножко белого, потому что у нас гора вдалеке. У нас будет две горы. Одна дальше, она будет светлее, выше. И потом ближе к нам будет уже темнее и меньше размером. Делаем неровные края, чтобы горы смотрелись горами, а не пирамидами. И вот еще обозначу немножко горизонт. Чуть-чуть проведу линию. А то у меня гора как будто в небе. Вот посмотрим. Да. Ну, это я сделаю попозже. Сейчас я сделаю отражение. Конечно же, отражение у нас должно быть повторять движение горы, но более дребезжащее такая. То, что у нас волна, она как бы водичка у нас на ветру, она дребезжит, и получается такие дребезжащие движения. Ну вот гора у меня потемнее, поменьше, вторая нарисована. И от нее тоже идет отражение. Такое отражение интересное. Кисточка белка, повторяюсь. И вот уже тонкие детали мы проделываем на своей работе. Я рисую по-прежнему в изо-студии. Дети повторяют, что-то свое придумывают. Потом посмотрим их рисунки. И вот так вот краешек скал, гор мы нарисуем светлое. Немножко как будто вот там снежок сверху.
контур желтовато-белый. Сделаю неровности, потому что горы где-то они шероховатые, более освещены светом, где-то не освещены, чтобы было как в жизни, все реалистично. Ну вот я подчеркнула горизонт, сделала немножко потемнее, чтобы отделить небо от воды. И сделала дорожку от солнышка. Дорожка беленькая идет вниз. И вот аккуратненько, тоже дребезжащими мазочками, мы делаем белую дорожку от солнца. Еще горы посветлее сделаем, не полностью широкий мазок, а где-то пропадает, где-то светлее контур гор. Ну а теперь парус, конечно, мы побольше мешаем красный с синим, будет такой темно-коричневый парус, там какая-то такая юта. И вот так тоненько, у нас кисточка уже тоньше, прорисовываем сам парус. Может нарисовать свою какую-то лодочку, может кораблик. Парус у нас стоит. И маленькая лодочка рядом с ней. Тоже имеет какую-то мачту тоненькую. И вот так, естественно, у нас от мачты идут какие-то канаты. Парус сам у нас собран, поэтому у него небольшая вот тут такая вот собранная ткань. И флажок. Конечно, флажок у нас немножко силуэтом смотрится. Конечно, отражение также дребезжащее. Не забывайте никогда рисовать отражение, тень, чтобы у нас предметы были на земле, на воде, а не летали в воздухе. Ну и совсем на переднем плане мы рисуем веточки. Мы смотрим на всю эту красоту с берега. Поэтому мы должны подчеркнуть именно вот берег. Поэтому берега нету, а вот именно какие-то веточки, дерево у нас выглядывают из бумажки на переднем плане. Ну и маленькие птички, наши буревестники или чайки. Ну лучше не одну нарисовать, лучше три, и дальше будет поменьше и посветлее по цвету. Thank you.
На веточках тоже мы светлые стороны делаем, так как солнышко утреннее на них светит, поэтому они у нас посветлее контур имеют. Ну вот такая вот у нас картинка. Смотрим, как дети нарисовали. Так, вот как они вот их рисуют. У каждого своя работа, каждый по-своему видит, по-своему рисует. Молодцы, ребятки. И вы молодцы, рисуйте с нами.